хорошо. И соска. Итак, сборище национальных педиков. Палим их, палим. Что они там делают? Там же кусты. Всемирный вожак подходит к стае девок. Эти самки хотят размножиться. Так, нам грозит опасность. Нам грозит опасность. Тихо, нам грозит опасность, блядь. Отвали, у меня сейчас другая задача. Помогите, блядь. Все, пиздец. И ноги нет. Это моя фишка! А я спиздил. Все, вожак уходит из стаи и отбивается от группы. Палим, палим, палим. Попали его и на YouTube. Блин, ВКонтакте не выкладывал. На YouTube? Не ВКонтакте, а на YouTube. Не, я ВКонтакте не выкладывал. ВКонтакте качество хреново. Раш! Голосиски больше, да? Голосиски больше? Давай! А что я так сделаю? У тебя вообще ничего не будет тогда. Итого 10 кос. Я уже спокойно. Ладно, верю. Может, кос снимать уже? Ню. 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 Няшка. Лови. Иди в попу. Хорошее предложение. Ладно, ну все, ну не злюсь, ну. Я плачу! Мужик! Я не знаю. Нет, вы сказали ня. Ню. Ня. Fuck you. Ня. Я хочу передать привет маме. Влюбленный парочка. Дай покомментируй. Дорогой, когда мы сегодня будем заниматься сексом? Не знаю. Ой, не знаю. А может быть сегодня? Надо подумать. Ну может быть. Ну раза три. Договорились? Хочу больше. Пять. Шаловливо смотрит. Пять. Что сейчас? Да, целый час. Один раз, целый час. Групповуху, точно, групповуху. 7 раз. А, нет, 1-5 раз. Не, его это все, ладно. Его не может даже комментировать. Юре, мне нужна Шилова.
Какие эротические подробности? Да. Вот, ну, я в капле. Как баба. Я тебя учу быть бабой. Так, пойдем в подробности. Подробности. Подробности дома, да? Это что-то типа Волан-де-Морта, которого нельзя произносить. Только пострашнее. Гарри Поттера вчера смотрел. А? Гарри Поттера вчера смотрел. Все части. Все в один день. Ну ты монстр. Самое жестокое это было смотреть шестую часть. Сейчас седьмая будет выходить скоро. Волан-де-Морт опять воскреснет. Короче, я уже все прочитал. В смысле будет выходить? Он же кончился. Нет, шестая часть это не конец. Седьмая будет. Там, короче, Волан-де-Морт воскреснет, у этого Педика. Это кто такую хрень придумал? Хуй его знает, у режиссера спроси. А, понятно. Нашли, как сами раскрутить. Санта-Барбара, ёпта. Ну где нормально? Нет, Наруто. Наруто тоже Санта-Барбара. Понимаешь, Наруто тоже без манги даже делал. Кстати, я кино посмотрел Наруто. 4 часа, сука, идет, блядь, вынос мозга. Так, вожак отбивается от стаи и подходит к ближайшему дереву, чтобы его изнасиловать. Где сучок? Нашелся сучок. Че он тебя уволил, да, как он посмел? Как же он деньги будет зарабатывать? Ща. Кинь видит эту вещь каждый день, если она фапает. Я ее отберу. Нет! Я ее отберу. Нет! Просто скажи, я не скажу, что это. А что там, все знают, что там парик. Скажи, да? Тайна. Тайная комната! Нет, только не личик. Нет. Держи ее. Открыть. Отдай мне эту вещь, она стоит до хренища денег. Я знаю. Just
Бля, вот это не прикольно. Запасные волосы. Она сделала плохую вещь. Очень плохую. Мотивовала флешку в почту. Так, а ничего не порвал. Потому что все это на компе, не ВКонтакте.